Брест уже который день украшен красивым снежным нарядом. Окутанные белым полотном дороги и пешеходные дорожки, сугробы и небольшая метель стали поводом радости для одних и заботы для других. Держать заснеженный город в чистоте и порядке – первоочередная задача специалистов-коммунальников в зимний период. И в эту работу они включились оперативно и качественно, заверив, что к неожиданным капризам погоды они готовы на 100%. Кроме того, в случае аномальных погодных условий и большого количества осадков, помощь окажут порядка 25 сторонних городских организаций. Работает 26 пескоразбрасывателей, 8 тракторов с отвалом и щеткой и 4 погрузчика. В случае обильных снегопадов мы готовы увеличить количество пескоразбрасывательной техники до 32 единиц, 11 тракторов с отвалом и щеткой и 14 погрузчиков снега. В случае необходимости вывоза снега это будет 25 самосвалов. Для вывоза снега. Брещане, наконец, смогут прочувствовать все прелести этого сезона. Пушистый снег, крепкий мороз. Правда, вместе с выпавшими осадками и минусовой температурой появился и риск зимнего травматизма. Вывихи, переломы, трещины – лишь малая часть актуальных для этой поры диагнозов. Врачи рекомендуют быть бдительными и осторожными, а в случае необходимости не затягивать с медицинской помощью. Пожилые люди, они, как правило, более осторожные, они умудренные опытом. И знают, что в гололед широко шагать и бегать за убегающим транспортом не надо. Поэтому они меньше попадают. Чаще попадают, в общем-то, люди, ведущие активный образ жизни, которые торопятся по жизни и торопливо получают травмы. Специалисты Брест-облгидромета советуют тщательно продумывать гардероб на ближайшее время. Уже в эти выходные синоптики прогнозируют морозы до минус 18 градусов. В выходные дни погода будет определяться затоком холодного арктического воздуха, неустойчивого. Поэтому местами по области ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица и усиление морозов. Температура воздуха ночью 17-22, при прояснениях до минус 24. Днем 10-15, местами до минус 17 градусов. Правда, сильные морозы не страшны тем, кто к ним готов. А потому, вооружившись санками и лыжами, не забыв про термос с теплым чаем, отправляйтесь в лес. В эти дни он потрясающе красив.